Давай-ка посмотрим, кто-то живет. Ураган. Это ураган наш. А он опасный? Нет, не опасный. Он не тронет. Познакомься с Тамарой. Ой, какая. Ой, а погладить можно, не укусить? Ну, может, и тебе можно все. Ну, посмотри, как сейчас проверим, подожди, нужно ознакомиться. Это как изучает. Сейчас. Так, пошел. Ну, надо проверить, есть, нет кошки. И лишнее, да, задержать и ликвидировать. Так, тут все нормально у ней. Так. Проверить, нет ли кошек, бабки любят с кошками спать. Интересно. Ну все, смотри. Ой, потянулся. Так, сидеть. Сидеть. Ну, двигаться он хочет. Смотри, смотри. Лежать. Стоять. Сидеть. Посмотри, сейчас скажу сидеть. Я отойду, чтобы рядом ко мне подойти. Он должен вокруг оббежать и сесть рядом. Рядом. Теперь я пячусь назад, и он пятится. Ну-ка, рядом. Гуляй. Походи. Стой, стой. Ой, ну пусть походит, побегай. Мне же не убежал. О, ну что? Это дверь закрыта. Одесса, положили-то. Это Одесса. Ну, ну все, Одесса, понюхай. Ну как? Ураган, ты в Одессе. Мы ложимся отдыхать совершенно спокойно, в лесу или где-то, он никого не допустит. Другой стороны были, тот у Румыни, там цыганята, там собаки лезут. Он как рякнет, все в расцепной от него. Он в прошлом году поехал. Нынче он должен был в Атлантическом океане покупаться. В прошлом году в Тихом был. Тихо. Ну, погладь, Тамара, погладь его. Погладь. Погладь. Не бойся, не бойся. Гладь, пока он не смотрит. Боюсь. Погладь, погладь, погладь. Какой? Миша, это называется чепрак. Восточноевропейская овчарка. Но... А он молодой, да? 3,5. Это самый, ну как мужик 30 лет. Так, успокойся. Все. А его уже покормили? А? Утром уже сегодня дали ему кушать? Да, дали. Так, не прокос. Успокойся. Очень ласковый, внимательный пес. Хитрый такой. Жарко ему. Ну, да. Посмотрели? Да. Так, теперь давайте к нам провожать, а к отцу Петру поехали. Да рано еще. Рано еще. А 5 минут до храма ехать. 5 минут. Ну ладно. Что сделать? Что, отвезти его? Я отведу. А ты... О, пошли потихоньку. Тихо. Тихо, ты меня сдернешь. Вот, смотри. Это фильм «Ликвидация». Тихо. Это мы пришли задерживать. Пожалуйста. О, это были мы у сестры Тамары. Ладно, заходи к ней, держи. Да не, она не... О, точно. Хорошо. Да они все уже, Игнать Тихонович. Вот смотрите, что к чему-то. Так. О, вот смотрите, что. Вот что. Они все уже, кого вы? Нет, не можем.